С апреля 2014-го военные действия на Донбассе унесли жизни свыше 10 тысяч человек. Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Почти 3 тысячи погибших – мирные жители. Еще 24 тысячи пострадали. 1,5 миллиона человек выехали из опасной зоны в другие регионы Украины. 3 миллиона остались на временно оккупированных территориях. В докладе ООН особо отметили социально-экономические ограничения для людей, которые остались в зоне АТО, а также новые случаи насилия, пыток и похищения людей боевиками. Затронули в докладе и тему трагедии 2 мая в Одессе и призвали как можно быстрее расследовать те события. Расследования, связанные с инцидентом в Одессе, были затянуты. Мы призываем власть обеспечить эффективные расследования, которые должны проводиться без задержек, а также настаиваем на соблюдении международных стандартов по правам человека.